Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там у нас сидит Женя. Привет. Мы вернулись домой и сегодня записываем новости уже с привычной локации, с нашей кухни. Скоро я, правда, еду в Москву, но это уже другая история. В России хотят признать бананы социально значимым продуктом. В правительстве предложили внести бананы в список социально значимых продуктов. Это значит, что на них могут отменить ввозные пошлины, и бананы станут дешевле. Говорят, что в России бананы настолько популярны, что обогнали даже яблоки, которые у нас же и растут. А цены на бананы, между прочим, выросли практически в 4 раза. Если раньше мы их покупали по 48 рублей, то сейчас берем по 100-120. Кто бы мог подумать, да, что у нас в стране станут популярны именно бананы, вообще не специфический для России продукт. Да, но на самом деле я очень рада, потому что мы с тобой бананы покупаем часто. Еще как, у нас в семье это вообще самый популярный вид, бананы и молоко. А вообще, что такое список социально значимых товаров? У нас есть постановление правительства номер 530. У него очень длинное название, об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен и бла-бла-бла. Там указан список продуктов, на которые государство может регулировать цены. Ну, чтобы в случае чего, например, пандемию, цены в космос не улетели. Там есть мясо, молоко, яйца, соль, овощи борщевого набора, ну и другие популярные товары. И кажется, бананы там тоже скоро появятся. Армянский коньяк Арарат перестанут поставлять в Россию. Этот коньяк знают все россияне. Я вот коньяк не пью. И то знаю. И теперь его не будут возить в Россию, ну, в крайнем случае, напрямую. Дело в том, что коньяк хоть армянский, и армянские товары вроде бы сейчас возят нормально, но производство-то армянского коньяка оказывается французское и принадлежит компании Pernod Ricard. А они в Россию возить не хотят. И, между прочим, у них на Россию приходилось аж 80% экспорта. Если так много приходилось на Россию, значит, скорее всего, они быстро вернутся. Ну, наверное. Вино за 2,5 евро. Нет, заново. Вино за 2,5 евро. Да что, ерва. Все, что такое? Ерва. Ерва. Ах ты, ерва. Вино за 2,5 евро из супермаркета выиграло престижный винный конкурс. Это вообще очень интересная история. Известный бельгийский сомелье Эрик Бошман, или Башман, решил провести эксперимент. Он пошел в супермаркет, купил там самое дешевое вино, которое только мог найти, за 2,5 евро. Потом он придумал ему красивое название «Шато Коломбьер», переклеил этикетку и зарегистрировал его на один престижный винный конкурс. Так как конкурс престижный, а не хухры-мухры, туда нужно было предоставить еще результаты лабораторных анализов. А так как вино за 2,5 евро вряд ли бы прошло эту проверку, наш сомелье просто эти результаты подделал. И жюри не нашли подвоха? Это вообще как так? Да, они ничего не заметили. Получается, жюри ничего и не проверили. Это вино в итоге выиграло конкурс, и про него сказали. Очень интересный напиток с богатым вкусом, с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность. Вот так, получается, вывели престижный конкурс на чистую воду. Дегустационный центр российского виноделия «Главвино» открылся на ВДНХ. Продегустировать российские вина уже можно в павильоне номер 510, а скоро там еще обещают открыть музей, проводить мастер-классы, лекции, винные вечера и кинопоказы. Мне кажется, это очень крутая новость. Вино, да еще и свое. Люди будут узнавать больше о культуре виноделия и узнавать о локальных брендах. Да, круто. Мне вообще нравится то, как сейчас выглядит ВДНХ. Там кроме вина еще много чего есть интересного. Это точно. От ладожской корюшки до выборгского кренделя. Ленобласть выпустит гастрономический путеводитель «География на вкус». Вообще классная история. В Петербурге же так много всего вкусного, всяких кафе и ресторанов. Да-да, Питер — это же гастрономическая столица России. Тут даже не поспоришь. Но это будет путеводитель не по самому Питеру, а по Ленобласти. Это, например, Гатчина, Выборг и другие населенные пункты. Я там просто не была, поэтому точно название сейчас не вспомню. В этом путеводителе хотят отметить не только кафе и рестораны, но также фермерство и производителей. В общем, всех, у кого можно попробовать настоящее ленинградское меню. Я, кстати, хотел бы настоящей петербургской корюшки поесть. Мы прошлым летом с тобой были в Санкт-Петербурге, но так и не дошли до нее. Да, я думаю, что мы этим летом еще раз побываем в Питере. Мне там очень понравилось. Там можно
долго гулять, смотреть на Неву, вкусно кушать. А еще там очень много классных магазинов наших российских брендов. Например, вот я сейчас сижу в этом прекрасном розовом жакете от питерского бренда «Помпа». Бренд начал свою историю в 1994 году, и раньше он шил только верхнюю одежду и плащи, а потом на повседневную одежду тоже переключился. Мне столько комплиментов, кстати, про этот розовый жакет написали в комментариях. Очень приятно. Ну, жакет и правда классный. Спасибочки. В общем, Питер богат не только едой, но и атмосферой, одеждой и вообще талантами. Найденные в лесу сотни килограммов макарон озадачили пользователей сети. Значит, шли люди по лесу, шли. Птички поют, цветочки растут, там все такое. И тут хопа, горы вареных макарон прямо посреди леса. То есть не просто пачки сухих макарон, а прям готовые. Да, макароны были уже приготовлены, и мало того, они еще были разные. Ну, там спагетти, лингвини. Тут вообще очень много вопросов, зачем и почему, но главный вопрос как? Как кто-то смог дотащить 220 килограмм готовых макарон до леса и быть незамеченным? Просто они были не аль денте. Швейцарию лишили прав на самый популярный бренд сыра. Так сложилось, что некоторые блюда могут производиться только в конкретных регионах, и этот регион получает товарный знак на название. Яркий пример – шампанское, которое делается в регионе Шампань, и все другие игристые вина называться шампанским не имеют права. Пауза. С сырами такая же история. В Швейцарии много веков делали их фирменный сыр Эмменталь, и назывался он, соответственно, так же. Но вот недавно власти Евросоюза вынесли постановление, что Эмменталь – это сорт продукта, и он не привязан к конкретному региону производства. Поэтому и товарный знак получить на него тоже нельзя. Мне кажется, это спорное решение. Шампанское же тоже теоретически можно не только в шампане делать. Конечно, если так рассуждать, то будет очень много вопросов. А сейчас, по традиции, мы поменяемся местами с Женей, и последние новости он прочитает для вас сам. Встала, включила? Да. Раз, раз, привет. Раз, 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 два. раз, привет. Всем привет еще раз. Итак, поехали. Телеведущий Беар Гриллс перестал пропагандировать вегетарианство. Известный телеведущий Беар Гриллс, скорее всего, вы его знаете по мемам, а также по передаче по выживанию на британском телевидении. Достаточно знаменитый персонаж. Изначально он поддержал мейнстрим и стал вегетарианцем. Потом изучил вопрос, и вот что теперь он говорит. Это ужасно для окружающей среды, уничтожает тропические леса и в процессе убивает массу животных. Довольно непривычные выражения от вегетарианцев, честно Да, сказать. вообще, по идее, наоборот Да. должно быть. И добавил, что теперь он ест натуральную еду, которую ели наши предки сотни тысяч лет и чувствует себя лучше, чем когда-либо. Как бы то ни было, я не буду говорить вам, чем питаться и как жить. Каждый должен выбирать сам, но если вы решили поэкспериментировать над своим организмом, лучше, наверное, сдать анализы, проконсультироваться с врачами, и там уже будет понятно, пойдет ли вам это на пользу или причинит какой-то вред. Я, кстати, слышала, что Николай Дроздов как будто бы тоже перестал быть вегетарианцем. Да, это вот возвращаясь к вреду, он был вегетарианцем, потом упал, сломал несколько костей, и как выяснилось, люди, которые не едят пищу животного происхождения, чаще подвержены переломам. Врач посоветовал Николаю Дроздову вернуться к поеданию нормальной еды. Мясо, в общем, мясо, да. Мясо Ну, молочное. животного происхождения, да. Вот, и теперь вроде как у дедушки Николая Дроздова все хорошо. Мы желаем ему здоровья. Да. Шеф-повара исламской кухни соревнуются на форуме в Казани. Мастера кухни халяль из 20 стран Азии и Ближнего Востока приехали в Казань на 14-й форум «Россия. Исламский мир 2023». Там они готовят блюда из говядины, птицы, баранины, экзотических овощей и фруктов. И, конечно же, там есть куча восточных сладостей. О, я помню, как мы этих сладостей объелись в Стамбуле, и кажется, после Стамбула мы особо их больше и не покупали. Наше путешествие по восточным сладостям началось вообще с Марокко. В 2013 году, как мы только с тобой поженились, помнишь, мы там тоже Да. начали есть сладости восточные и так до сих пор и не остановились. Естественно, периодически у нас бывают набеги на казанские сладости, Да, потому что нам до Казани ехать 2-3 часа. потому что они рядом.
Конечно же, турецкие сладости, когда мы в Турцию приезжаем. Вообще мы любители восточных сладостей. Чего ж тут говорить. Так вот, возвращаясь к новости, демонстрации и дегустации блюд, это, конечно, все замечательно. Но этот форум имеет более глобальную задачу, а именно повышение экспорта халяльных товаров из Российской Федерации другие страны. Миру. Угу. Да. Мировой рынок этой продукции оценивается в 200 триллионов долларов. В 2022 году Россия экспортировала халяльной продукции на 1,5 миллиарда, всего лишь каких-то долларов, да, капля моря от 200 триллионов. В общем, желаем удачи, процветания и увеличения продаж всем из этой отрасли в России. Скоро в Подмосковье начнут делать собственные тофу и инари. В Волоколамском городском округе в конце мая запустится производство растительных сыров тофу и инари. Компания «Стимул» проинвестировала в этот проект 25 миллионов рублей. Они производят сыры тофу на основе соевого молока уже 10 лет. Инари ребята начали делать несколько лет назад и сейчас являются единственным в России производителем этого вида сыра. А что такое инари? Ну, тофу я знаю. Инари – это жареный в масле тофу. Прекрасно. Так что налаживание такого вида производства для них не впервой. Кстати, также они поставят оборудование для переработки соевых отходов в гранулы, которые будут использоваться для изготовления кормов для животных. Получается производство полного цикла. Классно, молодцы, желаем им развития и процветания, что ты ржешь. Рыба и шашлык были в топе перекрестка на майские праздники. Кто-то удивлен? Правильно, никто. Ну что, друзья, вот такие у нас новости на сегодня. Вам желаем хорошей рабочей недели. На следующей неделе, кстати, уже начинается лето. Да, точно. Придет жара и пляж. И ягодки. И ягодки, и купание, и отдых. И все будет замечательно. Всем пока. До следующего воскресенья.